Всем добрый суток. Сегодня небольшой дождь. Сейчас я две доски. Не поеду я за досками. Вроде обещаю, сейчас дождя не будет. Так. И это. Как дождя не будет, сразу доски привезу. Сейчас выкопаю ямки под этот. Под блоки. Дождик идет, моросит, сыро. Очень сыро, все мокрое. Блин, противогонку я забыл поставить. Надо поставить. Там что-то я забыл ночью. Ну где мои там? Взял он по капоту побаловаться. Мячики у них тут. Ох, сколько сорок у меня сидит. Обалдеть, целый клондайк. Уже бы разогнал бы их. Лаймушка по чагушке, да? Лаймусь. Что ты такая нервная? Подъела, косточку одну оставила. Ну, зажрата. А ты что линяешь-то? О, линяет. Молодец. Понюхала, полетела. Танюха, хватит ломать. Копыта целиком. Сейчас, Златуль. На миссию. Туалет. Что ты тут бардак устроила? О, стрекоза полетела. Чувствую, мне надо передние блоки очень высоко поднимать. Задние на самом минимум сейчас буду закапывать. Чисто от земли, потому что это будет все вверх подниматься. Наклон сюда, земли. Так, что вам поехать? Не знаю, есть потом в магазине арбузы. Лаймусь, иди тогда Таньки набери. Вон раздербанили кто-то птицы. А, я думаю, что они сидели? Они, я же убрал наверх. Они раздербанили кости. О, хулиганки. Лаймусь, в туалете. Лайм. Тихо. Нет? Нормально. Мясо не едим. Таньки. Перекормил я вас на день рождения. Златкина. Что ты? Гуляй. Да ладно. Ага, туда интереснее взять, да? Я ж положил. А то вдруг кто-нибудь другой возьмет. Ну, грязюка. Ну, здесь-то я копану сейчас. Тоже грязь сейчас разведу. Наклон вперед. Под самый минимум сейчас уберу чуть-чуть от земли, ровненько их сделаю. А те надо будет поднимать. Порядком поднимать. Все в делах, зато в заботах. Нет. Все, зажрались. В туалет пройтись уже не могут, уже все. Все закупорено у них. Вот травки надо, попаситесь правильно. Ладно, пойду я за лопатой. Вот это надо все собрать. Копану. Пойду доски принесу. С прицепа противогонку одену. А то ночью что-то я не смог ничего. Не стал делать по темну.
собирать крышу еще златки. Златки. Блин, дождик идет. Что ты, Лаймус? Тихо подскальзываешься. Подскальзываешься, козюлька. Что? Сторожило семейство. Ага. Мордочка. Чего, пойдем? Только не поедем. Злат, Лайма, тормози. Куда вы собрались? Не, даже не проси. Чё с тобой выпрашивать? Ладно. Лайм, иди гуляй. Куда ты? Все, Таня, хорошая. Дайте я уберу доски. Куда вы пошли? Ушла оттуда. Ушла оттуда. Вот так, доски чуть под навес убрал. Пусть будут. Это я буду кровлю делать на Златкин вольер. На Лайме. Что там такое вкусное? Все-таки моросит дождик. Влажно-сыро. Ну, наверное, все-таки эти хомячут. Выпрашивают они все равно. Гулены. Как бы только лошадей там не было. На речке. Кушай, кушай. Хрум-хрум. Лопаточки. Это надо все собирать. Мешок. 10 мешков купил. Под мусор свежих. О, надо купить вам еще арбузику, да? Так, прицеп я все поставил на противогонку. Все это. Выпрашивайте, да? Вроде завтра дождя не будет. Завтра тогда доски. Что, Танюш, надо заезжать домой за радиоошейниками. Они, хоть я их не заряжал, но их должно хватить даже на сегодня. Чего, только немножко побегали в них часа три. Сегодня в ночь поставлю их, позаряжаю. Надо пора. Сейчас более-менее с вольером размучиться. Он меня держит очень сильно, чтобы конкретно уже голова не болела, сразу раз и в лес с собаками. А сейчас еще в няньках буду сидеть. Дня через 4-5 целый будет у меня тут зоопарк, гостиница. Поэтому и делаю крышу. Буду делать хорошую крышу с наклоном. Все это хлам сверху уберу. Вот, и чтобы снег, и все. Все вычищу, будку надо обшить чем-то сверху, она все сгрызла, златулька. Все заселю здесь соломой, вот там пух еще висит в пакетах. И все, я все как бы привез оттуда, с Красновидова. Стойки также поставлю наверх, тык-тык и наклончик, наклончик, все, железо, об решеточку, пусть и все это будет из дерева. И все, и прямо над этим будет с наклоном крыша. И туда. Да, Татьяна Юрьевна? Вот так вот. Ну что? Тут еще вот целые копыта. Давай к тебе уберу. У тебя как склад там. Тебя. Сюда наверх уберу. Что ты смотришь? Пойдем. Тебе что, ничего не досталось, что ли? Там полно, он лежит на земле. На, иди, вот еще тут есть. Ой, лопатки хрупкие. На. В офис? В офис. Все заняты делом, но я их сейчас обломаю.
сейчас зайдем в шестерочку, купим что-нибудь собачкам. Отечественные 17 рублей 99 копеек. Ну сейчас купим что-нибудь. Творожку еще взял собачкам. Пойдем на кассу. Арбузи взял. Творожку взял. Ну, тут жрать вредно. Всем-всем откройся. Всем-всем открывайся. Какие девушки стоят. Ну, арбузик творожку взял. Нормальный им будет. Магазин шестерочка. Поеду я вкусняшками сейчас накормлю. Набегались, пусть они на вкусняшках сидят. Ну, мы приехали, нагулял я их. Купил им арбуза, творога. Прошу на место. Куда ты пошла? Наглеешь? Лаймуся, выходим. Выходим. И хорошо пошла. Якши, якши, все. Беру вам горбуза, творога. На место, не давайте там проверяют. Я знаю, что они тропу набили. Сейчас беру, несу. Где тут горбуза? Че ты, Лаймус, меня ждешь? А, Лаймус? Лаймус, выгляни. Лаймус? Лаймус? Пойдем. Прихаетесь. Я знаю, что дождик моросит. Все, зажались кости везде, повсюду он таскает златку. Сейчас я с вами тоже горбуза отведу. Ну, мне кажется, они кормовые, отечественные. Сейчас разделаем. Вон они тут устроили. Птиц я накормил тоже. Хулиганы. Сейчас приберемся. Ой, стой, стой, горбуз. Творогок. Это вам. Так, Златка все съела. Аж вылезла. Танюха, плохо. Это все съела, косточку оставила. Это на кости пошли. Сейчас я ему порежу. Порежем горбуза. В принципе, воткнул, лопнул сразу. О, трещит. О, трещит. Ну, давай. Опа. О, красопеда. Кормовой. Ну так себе. Можно чуть-чуть отломлю себе. Танюха, иди сюда. Иди ко мне. Не облизывайся, иди. Сейчас буду снимать у вас причиндалы. Иди. Ну, на. Чего ты? На. На. Ну и что ты встала, замерла? Не знаешь, куда? Иди. В офис пойдешь? Что? Или не знаешь, куда его опустить? И не знаешь, куда деться с этим кусочком арбуза. Так вроде ничего.
хулиганки, птички. Ладно, буду резать им на всех. Лайм, лайм, иди покушай. Угу. Не чавкай. Следующий бери. Давай, следующий. Угу. Вкусный. Вот этот послаще, да, лаймусь? Слаще, слаще. Попей. Ты таким чавленьком. Следующий. Следующий. Запила. Ну, можно дальше косточки теперь грызть. Вот это тоже мне кусочек понравился, Ваймусь. Угу. Да нет, не трогает она твою. Все, иди косточку. Молодец. Молодец. Ну, все вроде. Опа. Еще получше застегнул. Ну, колесо на стопор. Опа. Ну что, дать им команду. Посмотрим, как они. Танюх, как всегда, в своей позе. Супер поза. Лайма, Злата! Лайма! Злата! Идите ко мне. Сидеть ко мне. Ко мне! Ко мне! Тайна! Тайна, ко... Злата, ко мне! Тайна! Ну, сейчас сядет. Таня Лаймана, ко мне. Ко мне идите сюда. Тата безбашенная. Ко мне! Сидеть. 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 Ко мне подошла. Сидеть. Сидеть, Злата. Злата, сидеть. Злата, сидеть. Ко мне! Что, почему нет выдержки? Злата. Сидеть. Одна сидит, вторая. Злата. Злата. Злата, Злата, ты не моя. Сидеть. Молодец. Иди садитесь. Таньку выгнал специально, чтобы не нагрела. Но это бесполезно. Сейчас будем ее немножко перевоспитывать. Обламывает, как называется. Что она не правит здесь ничем. Она должна слушаться определенно. Момент, когда я разрешу. Иди ко мне. Ко мне иди сюда. Выгнал я эти с машины? Иди сюда. Иди ко мне. Ты почему без спроса сел? Почему эти не идут, ты идешь? Самое наглое, я тебя обломаю. Ты должна делать, как все делают. Сидеть. Ко мне иди сюда. Тайна, иди ко мне. Косточки потом. Садись. Ко мне иди сюда. Не улыбайся. Садись. Ко мне. Сидеть. Тайна, сидеть. Вот улыбка. Сидеть. Руку поднял. Для кого вверх? Иди садись. Вот теперь он все сделал правильно. Это надо обламывать обязательно. Потому что без спроса нельзя. Без команды. Только когда я разрешу. Ну, короче, как не у Пронькиных.
Ну вот такой я воспитатель, что теперь сделаешь. Зато мне потом легче с ними. Хотя Танька воспитывается у меня с 1,5 года. Все? Теперь мы все сделали, все правильно. Да? Молодцы. Таня, иди ко мне. Иди. Все, молодец, все, садитесь. Молодец, молодец, все. Ты это ревнивая, да. Куда бы прям... Все. Улыбки. Ну, пищат, пищат. Пищат. Сейчас я их выпущу. Пусть выпросили девки прогуляться. Хотя скайп под луной. Пусть пищат. Сейчас я им одену. Гулять пойдете? Идите. Куда? Пойдем. Пойдем, 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 пойдем. Торпеда. Торпеда. Тяжелая торпеда. Надежная. Шибанет, так шибанет. Бомбочка. Линяет что-то. Погода поменялась на тепло. На тепло. Вон сейчас у нас 9 градусов. Пусть пробздятся. Бздык, 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 бздык. Бздык, бздык, бздык. Гулёны. В навигаторе, блин, батарейка садится. Не заряжал ничего. Одно деление осталось. Но куда я недалеко. Сейчас они побегают, прокакаются, прописываются. Все дела свои сделают. И все. Что-то у нас тут любые гулянки. Тут все рядом. Зверя здесь такого нету. Ну, где-то норка, может, бобры там есть. Но это не так, чтобы тут все закольцовано. Почему я люблю их здесь. И выцепить можно. Вот. Сейчас они прогуляются. А то они переели вчера вкусняшек на днюхе. Надо им, чтобы чуть-чуть утряслось там все. Вот так вот. Че, кукушки твои полетели? Сходу. Злат еще быстрее всех. Во. Пойдем до оврага дойдем. Я в кроссовках, я ничего не брал. Да? Пусть они погуляют. Чё там ломаюсь? Навигатор садится. Кукушки. На бобрах сидят. Судя по этому, по расстоянию. На бобровых норах они. Около 400 метров включится. Не все, перестал он включаться. Но было последнее 352 368. Будем ждать. Погода радует. Моросит дождик, изморозь, не изморозь, а я, ну, можно сказать, уделяю собакам большее количество времени и им не гублю породу, не даю, чтобы она жила полноценно. Пусть у меня пока вольеры старые приходят в негодность, но я не мультимиллионер. Про мультики я вообще молчу. Придет время, и по нашей улице пройдет инкассатор. Ждем пока. Прервался, заколебали предлагать карты, кредитные карты. Бескредитные. Возьмите карту, но она не кредитная. 12 месяцев можете ничего не платить. Ну, конечно. Бесплатный сыр только мышеловки. Ой, как хорошо без кредитов. Вот я понимаю, я был в кредитах. Ну, пусть они небольшие, но они тянули. Там 25 карта была.
Тинькофф, она до сих пор валяется, да, и сколько ни плати, а там как пустую бочку. Ну, что мне вам рассказывать? 100% из моей аудитории, моих подписчиков, у многих есть кредиты, знаешь, что это такое, что это дно нескончаемое, как в пустую бочку. Я прям вздохнул, уже год вздыхаю прям вообще, прям не нарадуюсь. Вот. А кредиты берутся от того, что то машина поломалась, то вот дочку отправлял, надо было деньги, а она все-таки занимается художественной гимнастикой. Там в Елец надо было поехать, костюмы, знаете, какие дорогие, это все. Ну вот что, надо купить хоть и... А покупать-то надо, а все дорого. Куда? В карточку, пока предложили. И все, и вот они, вот такие мелочи, мелочевки. Хундай тогда поломался. Все берется от необходимости. Ну, всю Россию загнали в кредиты. Что там говорить? От безденежья. Такие у нас в России проблем, дела. Да, Лаймусь? Вот у вас проблем, дела. Задрать кого-нибудь и отодрать. Будете драть кого-то, позовите меня. Я тоже кого-нибудь отдеру. Обдеру. Морда. Шучу я все, шучу. Шутки, прибаутки. Шутки. Козы сейчас придут. Чистые-чистые. Ты знаешь, какие они чистые придут? А? Кулема. Вон летит от себя пух. Белобрысый пух. Ноябрь есть. Мы с тобой поедем. Только жесть будет у нас там. И тайгуся будет рада. К тайге поеду. Сейчас разгребусь чуть. И обязательно поеду к тайге. Я Аркадию звонил. Вот. Чуть попозже, это в октябре ему звонил. Чуть попозже. Ну и мне здесь размучиться надо. Вот. А вольеры, они что, доходят своего. Конечно, все поменяется. Все по мере возможности. И... Не, на самом деле я богатый человек. В плане душевно. И что у меня прекрасные собаки, любящие меня, преданные. Я с ними просто на охоте везде. Я отдыхаю, я знаю... что у меня есть младшие друзья, как говорится, и помощники в лесу, и не только. Мы, скажи, зимой и детей катаем на санках, да? Да. Вот так вот. Приносим людям добро и счастье, улыбки. Что нам еще надо? Собаки-то же не понимают, что их снимают на камеры, что они какие-то звезды, что у них есть много миллионов поклонников, которые обожают их. Этих сани же это не знают. Они это не понимают, что такое в руках фотоаппарат. Не, ну есть собаки, которые умеют позировать там. Еще так встанет, давай, давай, щелкни меня. Вот, нарочно не придумаешь. Лайму все-таки решила пойти разогнать эту молодежь. Нет. Лайма, давай не ходи, иди-ка здесь крутись около меня. Пусть будет хоть кто-то рядом со мной. Навигатор так и не включится, наверное. Блин, я думал, батареек этих на больше хватит. Включить хоть разок-то. Покажи мне. Там на одном месте они или нет? Вот, и тайгу вам покажу. Пытался с другими связываться, потомками, ну никак не выходит, ни с Хабаровском. Сейчас открою книгу, где-то у меня мобильный телефон. Ну да, 364, они в одной норе. В одной норе они. Все, тухни. Все, кирдык. Дик-дик-дик-дик, все. Ну, хоть что-то показал. Знаешь, что на одном месте. Вот, и как бы все будет постепенно, все покажется, все увидим. Мне самому интересно смотреть, наблюдать. Сейчас после охоты зимние, ну, наверное, в феврале, наверное, могут быть выставки, в марте, апрель будут зимние выставки. Потом летние выставки будут. Лайма еще у нас 1 декабря будет 8 лет.
Она вот сейчас 8 лет пойдет, будет выставки еще проходить, в 9 лет. И, до еще 2 сезона по выставкам она пройдет. Вот. У нас у Лайма где-то несколько элит у нас. Подтверждение. Можно дописать классных потомков с хорошими дипломами. Но дальше элиты не прыгнешь. Дипломы, все, потомки, у немного вписано потомков. Ну как много? 4 помета, столько щенков, а вписано всего 5-6 потомков. Это, там самый предел это 6 потомков, можно вписать. Ну вписывать можно, а выбираются 6 для баллов, выбираются то самые лучшие оценка экстерьера, самая высшая это отлично. И, конечно, высшая степень по любому зверю, желательно первой категории, первой степени. Вот. И все. И вот 6. И она может по бронтировке выигрывать, даже если она будет последняя ходить в ринге. Самая последняя. Засчитает ее самую дряблую, неуклюжую какую-нибудь это. А потом документы открываются, подсчитываются баллы. И она становится чемпионкой выставки или что-то еще. И все. Вот так вот люди бывают, выигрывают чемпионат. Собачка ни о чем. Бывает. А у нее там понаписано. Да, Лаймусь? Все первые дипломы по любому зверю. Даже таких зверей бывает, не знаешь, какие там понаписаны. А она в элите, и все первые дипломы у потомков, у самой. Высший балл. 100. Какой там предел? 156 или 146? Не помню. Надо смотреть в книжке и смотреть самые высшие баллы, сколько можно насчитать. Комплексная двадцатка, помню, каждый диплом, каждый потомок, все это учитывается, степень. Это целый процесс, это целая наука, как говорится, в плане судейства собак экспертами. Кто уже много лет работает и постоянно, у них все это отлажено, и все они на... И то, бывает, в книжке заглядывают, не все помнят. Да, Лайм? Вон она летит, козюлька. Все, бросил Танюху. Чистая? Чистая. Чистая? Чистая? Рыжая, коричневая? Дай ее, охулигань ее. Хвост, Иван, ты не набегался. А ошейник какой? Коричневый. Вот, немножко опять вам побалакал. Вот сход уже пришла. И мамку терроризировать. Ладненько бы, пусть они. Тайно дождем, сейчас нагулялись, набегались. Значит, кушать будет хорошо. Где ждет Таньку на тропе. Лаймусь слушает. На тропу села. Речка. Сидит, ждет Танюху. Тайна! Сейчас придет. Тынь-тынь, чтобы мимо нее не прошла. Ну, сходу атакует ее, наверное. Наверх смотришь. А, там птичка села. Молодец. Все, она нюхает, смотрит. Кто там? Тут. Птичка там. Взгляд какой умный. Все, замерла. Как зверь перед атакой там. Нападение. Все. Как вкопанная. Вон, бежит Танюха. Чистюля, иди сюда. О, это нападение. И рык пойдет сейчас. Тайн. А, попить. Сейчас попить. Скажет, что-то не дошла надо мне. Тайн, иди сюда. Иди ко мне. Это наблюдает. Тайна, иди ко мне. Грязность вся. Иди сюда.
Так, так. Так, так, так. Тайна, иди ко мне. Иди ко мне, пойдем. Тайна, иди ко мне. Не пускай. Тайна, иди ко мне. Тайна. Тайна. Пойдем. Тайна, иди сюда. Не пускай тебя. Ну что ты ее толкаешь? Чистая? Все, чистая, нормально. Не ранен, ничего. Лай. А, лайм проверить пошла. Она смотрела, смотрела, все-таки не стерпела. На дерево нюхает. Тюхает, нюхает дерево. Ветром ловит что-то. Тайна, иди сюда, Злата! Злата, иди сюда! Тайна, пойдем! Пошли, идите, садитесь! Пойдем! Давай ко мне! Давай, бригада ух! Два ух! Пошли! Пойдем! Давай, обгоняйте меня! Тайна, пойдем! Тайна! Ты здесь? Пойдемте в машину! Молодцы! Послушный. Все, идите, садитесь. Все грязные, чумазые, довольные. Открываю вам будку. Тихо, 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 тихо. Ударишься же. Все, довольно счастливые. Ну все, скажите всем пока. До новых встреч. Да? Давайте, всем добра, позитива. Рад всех видеть на канале. Подписчиков. И гостей нашего канала, да? Всех рад, всем мы рады, да. Вот эти улыбки для вас, да. Вот эти зубастые улыбки, вот эти вот. Все, 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 сиди. Все, давайте, мы поехали дальше. Бытовуха, не пруха.